4 этажа портретов, и каждый написан с натуры. Это главное правило народного художника СССР Александра Шилова. Сегодня его галерею посетил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. У меня около 10 портретов космонавтов я написал. Работал в «Звездном городке», жил там и работал. Лучший портрет Чикагарина, какой я видел, прямо вся душа. Сын Родины, точно. В галерее депутат уже бывал раньше. В этот раз он особое внимание уделил новым произведениям портретиста. В их числе работы, переданные в дар Москве. Экспозиция «Они сражались за Родину» и зал графики и уникальных авторских техник Александра Шилова. Здесь, в этой галерее, мой тоже любимый портрет моей землячки, блокадницы Екатерины Ивановой. Какие глаза у этого человека. Когда смотришь в глаза вот этой блокадницы, понимаешь, что люди умирали, люди голодали, но никогда не предавали страну, не могли идти на преступления, выживали, потому что верили, что мы непобедимы. Политик поблагодарил художника и пожелал ему дальнейших творческих успехов.